Всем привет! Сегодня я покажу, как у меня на автополиве растет растение под названием наше инагуэнсис. Это растение с Багамских островов, с очень-очень ароматными листьями и цветами. Сейчас я найду, оно где-то тут цветет. Вот. Такие вот маленькие цветочки. Но очень-очень ароматные. И листья, собственно, тоже. Это растение у меня, не знаю, уже года полтора, два. Точно не помню. Росло оно у меня изначально в другом горшке вместе с земляникой. Потом я ее пересадил в свой собственный горшок. У меня... Она появилась вот в виде вот такого черенка, вот такого вот небольшого, в маленьком-маленьком пластиковом стаканчике. Но я смог ее вырастить. Очень сложно ее не засушить, потому что бывает, что расход воды большой, а это растение, оно имеет особенность умирать практически сразу при засушке. Ее еще называют растением одной засушки. Так, тут, конечно, жесть, но корни есть. Фу. Растение очень любит стреляться так вот ветками прирослыми сантиметров по 30. Это я еще его сейчас более-менее обрезал, но у меня было где-то с такими ветками сантиметров вот по 40, вот так вот разные стороны. Я обрезал, поставил подпорки, чтобы хоть как-то его сформировать. Я, честно, вот не очень представляю, как это нужно делать. Ну, надеюсь, получится. Что можно делать с этими растениями? И добавлять в чай, в компот, в кофе. У него такой специфический, мощный, вкусный аромат. Даже, по-моему, немножко с лимоном. Такой. Ну, что там еще? В рыбу можно добавлять, как приправу. Ну и... везде, где нужен мощный аромат. Причем хватает буквально там листика 3 на кружку, и прям вполне будет достаточно. Аромат прям, очень мощный. На растении я ни разу не видел клещей. Но, по-моему, видел червецов. Тоже давно было, не помню. Расти оно может под лампой спокойно, но в тени оно у меня почти не растет, но и не умирает при этом. То есть такое нормальное. Переносит тень. То есть может даже где-нибудь там на северном окне существовать. Ну так слабенько расти, но при этом и не умирать. Что еще могу сказать? Черенкуется, в принципе, нормально. Относительно быстро. Цветет где-то через год. Где-то через год точно. И, это сейчас вот мало цветов, потому что стоит в углу, в тени. А летом, когда много солнца, цветов прям много. И, так, когда схожу на лоджию, в принципе, ощутимо, если оно цветет. Вот. Что еще? На автополиве вообще замечательно растет. Причем я даже как-то укоренял на автополиве. Просто вставлял палку, ветку и все. Единственное, что вот опавшие листья, их приходится
собирать, они мелкие, они очень удобно. Это, ну, это такой минус, так себе. Расходует воду, еще раз говорю, быстро. У меня она как-то пару раз вот было прям на грани, когда я заметил. Ну, вот у меня поплавок запал, допустим, я не вижу, что растение уже все. Я так делаю, и все, поплавок внизу, поднимаю, там сухо, резко бегу поливать. Вот. Ну, может быть, такое взрослое растение и какое-то время продержится без воды, а маленькие-то точно нет, они прям сразу засыхают. У меня вроде так особо не засыхало, но вот у друга, друг засушил. Прям целиком. Вот. Такое вот растение, это для любителей прям такого вот, что с чем-нибудь ароматным попить чай. Советую всем. Всего на этом все. Всем спасибо, пока.